решение освобождения от этого буржуазного правительства, буржуазного строя. Ленин подчеркнул, история учит, что господствующие классы всегда жертвовали всем, решительно всем, религией, свободой, родиной, если дело шло о подавлении революционного движения угнетенных классов. Если в период образования национальных государств патриотизм был в целом прогрессивным явлением, то тот же патриотизм в эпоху империализма мог стать средством натравливания народов друг на друга с целью передела мира в интересах империалистической буржуазии. Поэтому в мировой империалистической войне большевики выступали за лозунг поражения своего правительства, если он одновременно принимается трудящимися всех воюющих государств. Речь шла о том, чтобы использовать поражение своего буржуазного правительства для его свержения и победы социалистической революции. В этом смысл лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую, противостоящего глупой, сентиментальной идее втыкания штыков в землю, как якобы средство окончить войну. Так войну окончить невозможно. Кто в итоге вывел из войны в борющееся государство Первую мировую войну? Большевики. И этот исторический факт, как говорится, никуда не денешь. Как только социалистическая революция победила, Ленин, Сталин, большевики выступили с лозунгом защиты социалистического отечества, выступили как патриоты тем самым. Но при этом они ни на йоту не отступили от принципа пролетарского интернационализма, ибо сохранить социалистический плацдарм и форпосты – это интернациональная обязанность трудящихся всех наций и стран. Вот почему сегодня интернациональным долгом трудящихся всего мира является поддержка социалистического строительства в Китае и Корее, в Лаосе, во Вьетнаме и на Кубе. Защищая социалистическое завоевание, следует помнить, что кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса на укрепление своей власти. И этому последнему праву подчинено право на самоопределение. Право на самоопределение не может и не должно служить преградой дела осуществления права рабочего класса на свою диктатуру. Это Сталин, сочинение, том 5, страница 265. Выступая на 7-м расширенном пленуме исполкома Коммунистического интернационала, Сталин произнес слова, относившиеся ранее к СССР, а теперь действительные по отношению к существующим социалистическим странам. Строить социализм – это значит делать общее дело пролетарию всех стран. Это значит ковать победу над капиталом. Укрепление социалистического государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Пролетарскому интернационализму и общей соединенной борьбе трудящихся за освобождение от всякого социального и национального гнета противостоит буржуазный национализм во всех его формах. Будь это национализм большой угнетенной нации, шовинизм, или малой угнетенной нации, воинствующий буржуазный национализм, отупляющий, одурманивающий, разъединяющий рабочих, чтобы вести их на поводу у буржуазии, вот основной факт современности, писал Ленин. И это верно по сей день. Кто хочет служить пролетариату, тот должен объединять рабочих всех наций, борясь неуклонно с буржуазным национализмом и своим, и чужим. Вступив на почву национализма, решить национальный вопрос невозможно. Вот все националисты, каких мы с вами только знаем, и все оттенки националистов, они в своей, так сказать, борьбе за свой национализм, они только углубляют национальный раскол. Никто еще никогда на почве национализма не решил национальные вопросы, решить это невозможно. И Ленин, и Сталин, как специалисты по национальному вопросу, как непревзойденные, учили проявлять осторожность, деликатность к национальным чувствам представителей другой нации – идти на взаимные уступки. Если же действовать наоборот, как показали недавние события в Карабахе, когда бывшие коммунисты Армении и Азербайджана стали каждая сторона тянуть его всеми силами к себе, это привело лишь к бессмысленному кровопролитию, возникновению очага постоянной напряженности.
Значит, вот то, что я вам сейчас прочитал, было написано мною в 1997 году. Прошло 20 лет. То же самое. Я бы не цитировал Ленина и Сталина, если бы не тот исторический факт, что это вот два человека разработали национальный вопрос таким образом, что они в огромном многонациональном государстве разрешали все национальные проблемы не насилием. И у нас другого способа и другого источника научиться на деле разрешать национальный вопрос нет. Нужно не отмахиваться от этого, как делает уважаемый там Дмитрий Анатольевич, дескать, ох, чур-чур меня. А надо изучить и понять, как можно разрешать национальные проблемы без того, чтобы не устраивать бойню народу. Точно так же, вместо того, чтобы пойти на некоторые уступки в Чечне, российское буржуазное государство устроило соревнование с чеченскими боевиками по уничтожению российских граждан той и другой стороны. А у нас ведь не было таких конфликтов. У нас даже переселение было в Советском Союзе, но без конфликтов таких. И без стрельбы, и без войны. Причем переселение это было в связи с войной. А вы, наверное, знаете, что в связи с войной какие угодно меры могут приниматься по военным стратегическим соображениям. И их не надо переносить на мирное время. А потом российское государство при посредстве генерала Лебедя полностью перешло на позиции, подогреваемую и организуемую извне раскола единого российского государства в интересах жаждущих этого империалистических государств. Если в целом искать ориентиры в решении национального вопроса, то это классовый подход, интересы рабочего класса и конкретно складывающихся экономических, исторических и политических условиях. Здесь требуется творческий, диалектический, а не догматический подход. При этом нельзя выпячивать национальный вопрос, ибо хотя с его решением связаны успехи в борьбе за демократию и социализм, но в целом решение национального вопроса подчинено решению демократических и социалистических задач, стоящих перед борющимся пролетариатом. Нельзя забывать, что нет иного средства борьбы с национальной ненавистью, как организация и сплочение классов угнетенных для борьбы против класса угнетателей в каждой отдельной стране, как соединение таких национальных рабочих организаций в одну международную армию для борьбы против международного капитала. Чтобы правильно решить национальный вопрос, интересам именно этой борьбы должны мы подчинять требования национального самоопределения. В этом именно условии и состоит отличие нашей постановки национального вопроса от буржуазно-демократической постановки, его писал Ленин. Для рабочего класса интересы социализма стоят выше, чем право нации на самоопределение. На чем зиждется наша уверенность в том, что национальный вопрос будет рано или поздно успешно разрешен? На том, что действует всемирная историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок. Причем это делают не руководители государств и не отдельные элементы, там, министры соответствующие, а это дело капитализма. К стиранию национальных различий, к ассимиляции наций, которые с каждым десятилетием проявляются все могущественнее, которые составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм. Поэтому вполне объективно и закономерно марксизм выдвигает на место всякого национализма интернационализм, слияние всех наций в высшем единстве, которое растет на наших глазах с каждой верстой железной дороги, с каждым международным трестом, с каждым международным по своей экономической деятельности, а затем и по своим идеям, по своим стремлениям рабочим союзом. Надо затронуть еще одну тему, которая связана с национальным вопросом, а именно это тема фашизма. Поскольку в наиболее такой резкой и яркой форме фашизм проявил себя в тесной связи с национальной проблемой. Как вообще определяется фашизм? У нас очень часто вместо фашизма говорят нацизм, 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 потом появляются нацики, потом говорят одни фа, другие антифа, и получается каша. Значит, для того, чтобы в этих вопросах разбираться, особенно в вопросах того, а есть ли фашизм,
сейчас фашизм, где он, в какой форме, в каких элементах он себя проявляет. Для этого надо знать четкое определение фашизма. Значит, по этому поводу можно по-разному рассуждать. Можно выдумать всякие определения фашизма, которые ни на чем не основываются, а можно прислушаться к тому определению, которое те люди дали, которые больше всего сделали для разгрома фашизма. Вот я думаю, что мы должны пойти вторым путем. В выступлении Димитрова, Георгия Димитрова, председателя исполкома Коминтерна, на 7-м конгрессе Коминтерна, прозвучало то определение фашизма, которое потом вошло в решение конгресса Коминтерна 7-го. И звучит оно так. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Вот это очень глубокое, достаточно сложное определение фашизма, в котором я бы выделил как главное звено, это которое стоит в конце, что в интересах, что это политика кого? Наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов кого чего? Финансового капитала. Кто субъект здесь? Финансовый капитал. Некоторые думают, что финансовый капитал – это банковский. Это неправильно. Финансовым капиталом называется банковский, сращенный с промышленным. Чтобы было сращивание банковского с промышленным, надо, чтобы банки уже заняли такое место по кредитованию промышленности, по обслуживанию промышленности, что они, так сказать, неразрывными нитями связаны с этой промышленностью и фактически ею руководят. Ничего подобного у нас в России, например, сейчас нет. Наши банки не только не руководят, они вообще не кредитуют нашу промышленность. Почему? Потому что при тех ставках, которые они установили, никакое кредитование невозможно, а возможно только один раз взять, чтобы красиво умереть, то есть обанкротиться. Что такое банк по содержанию? Банк – это не просто какое-то финансовое учреждение, это такое кредитное учреждение, которое временно свободные в хозяйственном обороте средства аккумулирует и направляет туда, где имеется их временный недостаток. Вот по такому определению вы ни одного банка у нас не найдете. А если на клетке слона написана надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Если же банк под банком понимать просто кредитное учреждение, которое выдает деньги в рост, то это как называется, товарищи историки? Это называется ростовщические конторы. Они были в большом количестве в средние века и у нас сейчас возродились. Например, вот если вы увидите объявление «Деньга», это что значит? Это значит, там учреждение, которое обирает народ. Причем обирает его беднейшую часть. А с беднейшей части как надо? Поменьше процент устанавливать или побольше? Ну, они устанавливают побольше. Сколько процентов вот эти микрофинансовые организации в расчете на годовой период? Какая норма процента по кредитам у микрофинансовых организаций? Кто скажет? Мало. 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 Сколько? Не слышу. Что-то не слышу. Как-то вы скромничаете. Вы что, там работаете, что ли? 700. Не хотите? 700-800. Ну, я как человек преподающий, я же не могу не знать, как это делается. Я вот вышел в метро Петроградское, смотрю, деньга. Думаю, о, мне туда. Захожу, говорю, вот мне деньги как раз до получки нужно. Почем? Сколько? Вот мне нужно 20 тысяч в месяц. Могу я каждый месяц получать у вас кредит 20 тысяч до зарплаты? Она говорит, пожалуйста. Ну-ка, первый не можете. Первый месяц мы вам дадим 10. Ну, хорошо, говорю, а к концу месяца? Ну, к концу месяца 20 отдадите. Ну, говорю, хорошо. А второй месяц? А второй месяц уже можете брать 20. Я говорю, а к концу месяца 30.
И так вот, и могу я дальше получать. То есть я могу каждый месяц приходить, брать 20, сдавать 30, и так и делать. Да, говорит, и мы будем вас кредитовать. Я говорю, вы меня будете кредитовать? Я им буду все время 30 отдавать, они мне все время 20 давать. И будет считаться, что меня кредитуют. Как вам нравится это? И это находится под защитой сегодня. Это законная организация. Законная. Но это население так обирают, эти ростовщические конторки. А если вы возьмете банки, скажите, просто, какая вам что-нибудь известно, товарищи? Я понимаю, что вы не экономист, но какая примерно вы представляете в России норма прибыли на вложенный капитал? Ну вот, скажем, иностранные фирмы, если 3% имеют на вложенный капитал, считают, что это хорошо. Крупные компании. Ну, у нас есть такие вот, вы знаете, такие предприятия, у которых 10% прибыли гарантировано. А? Не слышу. Чистые прибыли. Ну, прибыли. Что значит чистые? Прибыли. Это уже там вы начинаете делить чистые прибыли, балансовые прибыли. Это уже детали. У нас нет таких почти организаций. А учетная ставка у нас сейчас какая? Ключевая ставка, по которой дается кредит. Ключевая ставка у нас держится уже несколько лет и маринуется тем самым промышленность несколько лет на уровне 11%. Причем у нас двухуровневая система банковская. Значит, имеется Центробанк. Центробанк сам никого не кредитует. Ни одно юридическое лицо, ни одно физическое лицо. Центробанк кредитует коммерческие банки. То есть коммерческий банк идет в Центробанк, получает под 11%, добавляет свои 10%, и дальше он может давать в кредит промышленности. А если в промышленности норма прибыли 10%, очень хорошая, 10%, значит, у меня норма прибыли 10%, я возьму кредит под 21%, и что? И все? Это последний мой кредит? Поэтому вот вам разгадка того вопроса, в чем дело у нас, что с нашей экономикой такая? Вроде кризис, вроде не кризис. Кризис бывает кризис перепроизводства. Есть перепроизводство, что ли? Есть недопотребление, это мы видим. Зарплата не повышается. Доходы, реальное содержание снижается. Что происходит? То происходит, что у нас невозможно получить кредит для развития производства. Длинный кредит. Ну вот на разовые нужды какие-то еще можно получить. Все. Давайте посмотрим, как в других странах. Вот, скажем, можно Америку любить, можно Америку не любить. Но Соединенные Штаты Америки – крупная страна, в которой развитая промышленность. Там высокий уровень производительности труда, выше, чем у нас. Намного. Ну почему нам у них не поучиться? Я вот не всегда призываю всему учиться у американцев, но этому-то можно поучиться? Какая там сейчас ключевая ставка, как вы думаете? 3-2. Да ладно. Не очерняйте американскую капиталистическую действительность. От 2,5% до 1. Недавно была от 0 до 2,5. То есть человек получает или предприятие. Поэтому наши промышленники куда отправлялись до начала санкций? Куда? За кредитами хозяйственники. За рубеж. В Европу, где под 2% можно получить, и в Америку, где можно получить и меньше, под 1,5%. И тогда происходило сращивание банковской системы с промышленностью. Какой банковской системой? Американской. С промышленностью какой? Российской. Украинской. Поэтому получилось так, что у нас вот государство, как государство, имеет незначительные долги. Почти все долги отданы МВФ. А более чем 300 миллиардов долларов должны отдельные фирмы, предприятия. А теперь они вообще нам не дают никаких кредитов. И наша банковская система не дает. Вот и все. А что вы хотите? Ну и все на этом. Так вот это вопрос о том, что такое сращивание банковского капитала с промышленным. И в силу такой политики нашего Центробанка
и соответствующего блока правительства либерального, у нас идет сращивание иностранной банковской системы с нашим промышленным капиталом и подчинение нашего промышленного капитала иностранному банковскому. Теперь вернемся к началу этого определения. Открытая террористическая диктатура. Что значит открытая? Открытая – это значит, никаких выборов не надо, партий политических не надо. Так? Есть открытое, прямое, без всяких промежуточных звеньев буржуазное господство. Ну, себе представляете, как работает банк? Банку все ясно. Он исследовал ваше производство, досконально его знает, он знает, что надо делать. Зачем ему эти выборы, перевыборы? И все эти концерты, на которые тратятся деньги, он готов управлять прямо непосредственно. Открытая диктатура. Всякая власть, как мы с вами выяснили, является диктатурой правящего класса. А тут речь идет об открытой террористической диктатуре. Что значит террористическая диктатура? Террор – это что такое? Насилие в официальной форме. А? Насилие в официальной форме. Почему это официальный? Почему писать на официальный? Террор. Это ужас. Ужас. Террор. Ужас. Наведение ужаса. Вот кто будет плохо сдавать экзамены, получит 2, вас выгонят из университета. Ну, это примерно вот, примерно в такой форме можно наводить ужас. Ну, сильно на вас не наведешь. Зачем стреляет во время контртеррористической так называемой операции на Украине по родильным домам, по больницам, по жилым домам? С какой целью? Чтобы ужас навести. Чтобы ужас навести, чтобы люди ужаснулись тому, что происходит, и сдались. Террористическая диктатура. Зачем сжигать в печах? Чтобы ужас навести. Зачем делать абажуры из человеческой кожи? Чтобы ужас навести. Зубы зачем у трупов выдергивать золотые? Чтобы все в порядок привести, чтобы зря не пропадало добро. С немецкой педантичностью было это все осуществлено. А волосы пригодятся для матрасов. Что такое террористическая диктатура? Диктатура, которая сопровождается наведением ужаса. Вот это нельзя выкинуть из определения фашизма. То есть фашизм – это не какие-то просто зверства. Ну, убили человека, чего хорошего-то в убийстве? Так еще и вот так убили, чтобы, так сказать, навести ужас на всех. Фашизм, по тому, что написано в конце, не может быть раньше империализма, правильно? Потому что там нет никакого банковского капитала и нет сращивания. Потому что банковский капитал обслуживает производство. Это наш капитал банковский не обслуживает производство, поэтому он по содержанию не банковский, а ростовщический. У нас этих ростовщических контор, вот пройдите по Литейной, вы этих банков насчитаете море. А вся банковская система России меньше по объему активов, чем один американский банк. То есть люди не хотят работать, где-то они награбили, а может быть, и сказать, другим незаконным способом получили деньги, оформили как банк, и живут себе припеваючи. Они лопаются каждый день, как вы замечаете. Причем у нас, вот, например, крупные тут такие были крушения банков, как был у нас Северный банк, Банк Национальный кредит, который возглавлял Максим Бойко, папаша которого работал в разведшколах в Соединенных Штатах Америки преподавателем. А Максим Бойко был вице-премьером в ельцинском правительстве. Вот такая была раньше уния. Сейчас, так сказать, вот разошлись как-то немножко дорожки. Значит, фашизм содержит в своем определении не только наиболее реакционных элементов финансового капитала, но и шовинистических. А что такое шовинизм? Шовинизм – это национальная ненависть. Вот вы такие, такого рода выступления со стороны ведущей страны капиталистического мира, Соединенных Штатов Америки, что вот пусть уйдет Саддам Хусейн. Слышали? Слышали.
Потом, поскольку Саддам Хусейн не уходил, а он избран вообще-то не американскими избирателями, а кем? Ну, он избран вообще иракскими гражданами. И я не думаю, что вот в нашем зале есть какие-то любители или обожатели Саддама Хусейна. Вот он нам не сват, не брат, и никаких мы с ним отношений не имели. Но он избран в Ираке в рамках буржуазной демократической процедуры. Правильно? Является законным президентом. Теперь вдруг кому-то из чиновников Соединенных Штатов Америки показалось, что там вот есть оружие массового поражения. И якобы был такой доклад ЦРУ, что, дескать, есть там вот оружие массового поражения. И что тогда решили сделать Соединенные Штаты Америки? Прилететь, ввести войска, разбомбить, уничтожить и ликвидировать по существу демократическое иракское государство и повесить президента. Потому что он им не понравился. А в заключение сказать, а вообще-то мы не нашли никакого оружия массового поражения, и тот предлог, который был использован, на самом деле отсутствовал. Так а дальше что? А дальше, вот вы знаете, сейчас выступал недавно Барак Обама и каялся, что вот, говорит, наше выступление по отношению к Ливии было ошибкой. А какое это было выступление? А также сделали, собрали. Тот, кто не полетит вместе с нами туда, в Ливию, тот вообще враг НАТО, враг Америки. Будешь наш враг. Так, вы обязаны вместе с нами участвовать. И там и Англия, и Франция, и Германия, и Канада, и так далее. Вот они налетели, а Италия аэродром предоставила. И как бешеные звери набросились на это маленькое государство, в котором, между прочим, было бесплатное образование, бесплатное обучение, которым давали молодым людям, которые женились, средства на то, жилье и средства на то, чтобы они первоначально могли начать правильно свою жизнь и так далее. Уничтожили, взорвали. Нет вообще государства ливийского, нет, ужас навели, ужас, террор. И кто этим командовал? Да вот наиболее реакционные, наиболее шовинистические элементы финансового капитала. Какого? Американского. Поэтому что вот мы сейчас наблюдаем на международной арене? Мы наблюдаем такое очень новое любопытное явление, когда внутри Соединенных Штатов Америки фашизма нет. Раз. Во-вторых, сами Соединенные Штаты Америки участвовали в разгроме немецкого фашизма. Два. В-третьих, они участвовали в организации Нюрнбергского процесса и заклеймили фашизм вместе с Советским Союзом. И Великобритании, и Франции, и Соединенные Штаты Америки, как человеконенавистническую политику и идеологию, так? То есть они имеют заслуги в борьбе с фашизмом и прекрасно понимают, что больше фашизм как форму правления и форму политики в государстве допускать нельзя. В своем. Ну, а это свое-то одно, а чужие государства – это же другое. А по отношению к другим государствам они ведут себя так, как вел себя фюрер. То есть это, так сказать, американский фашизм на экспорт. Ну вот у вас 5 миллиардов долларов было вложено, как говорится, в изменение общественного строя на Украине. В изменение общественного строя в смысле ориентации его на Запад, на, так сказать, западноевропейские и американские центры. Ну, вы вкладывайте дальше, и через полтора года были бы выборы, и переизбирайте Януковича. У вас есть сомнения, что они организовали бы выборы так, что избрали бы, так сказать, не того, кого они хотят? На это и существует буржуазная демократия. Буржуазная демократия – это отличная форма осуществления диктатуры буржуазии. Так? Так. Почему? Ну, потому что буржуазная демократия обеспечивает диктатуру тех, кто имеет соответствующее богатство. Это диктатура буржуазии. И идеология господствующего класса является господствующей идеологией. В чем проблема? Нет. Срочно нужно было свергнуть действующее правительство, развязать там террор. Террор на Украине. Что такое, так сказать, сжигание в Доме профсоюзов людей? Это что такое? Это форма террора. А убийство, которое там... Недавно убили адвоката, который защищал одного гражданина российского. Год исполнился с того момента, когда убили известного писателя украинского Бузина.
Бузину. Известно, что во время так называемой выборной кампании по выборам президента избивали кандидатов. Я даже удивляюсь, почему надо было это посчитать вообще выборами, и даже посчитать это выбором украинского народа. На выборы-то это не похоже. Чат говорит, мы устроим выборы демократические, только я буду всех избивать, кто не я. И посмотрим, кто выиграет. При этом мы с вами обнаруживаем в связи с, в контексте проблемы национальной, что сегодня вопрос о шовинизме. Вот фашизм – это что такое? Это идеология и политика. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Значит, шовинистическое. В чем шовинизм? Дескать, а пусть вот объявим Иран, объявим государством-изгоем. А что такое изгой? Это еще государство, которое как бы есть, но оно приговорено. Его надо уничтожить. Ну вот, в силу поддержки, которую рано Советская Россия оказывала, нынешняя буржуазная, и в силу других исторических обстоятельств так не получилось. Но такое было сделано объявление, это изгой. Теперь дальше. В один голос говорили, это Саддам должен уйти. Кому он должен уйти? Он, кто его избирал? Кто избиратели Саддам? В Америке сидят или они сидят в Ираке? Люди из Америки говорят, он должен уйти. Это что такое? Это уважение вообще к воле, интересам другого народа? Или это полное игнорирование другого народа? Тоже, между прочим, не такого народа, который социализм построил или строит. Там же буржуазный строй был в Ираке. Хорошо. Теперь Муаммар Каддафи, он все им нравился, пока он на хвост некоторым гражданам, империалистам не наступил, потому что там промышленность Ирака, добывающая, это промышленность, принадлежащая иностранным монополиям, и единственное, что, так сказать, требовал Муаммар Каддафи, это увеличить отчисление в пользу того государства, которое является собственником ресурсов ливийских. Сразу налетели самолеты, приплыли корабли, уничтожили, разорвали на части. И такой навели ужас, что даже испугали Дмитрия Анатольевича. Он теперь не будет отказываться от права вето в Совете Безопасности, потому что он видел, как могут разорвать человека на части, даже если он президент. А вы, наверное, помните, что во время этих вот событий ливийских Владимир Владимирович Путин от этого уклонялся, от того, чтобы, так сказать, вот такую позицию занимать. Но президентом был товарищ Медведев. Ладно, мы не будем противодействовать Совете Безопасности. И Китай тоже не стал тогда. Китай пока у нас в элеваторе идет за Россией на международной арене. Ну и, так сказать, и все растерзали и разорили. Где ливийское государство? Нет его. Ну, что еще может быть, какая еще может быть диктатура, названа террористической, а в шовинизм в чем? Да в том, что вообще не посчитались ни с народом, ни с его традициями, ни с национальным завоеванием, ни с культурой. Раздавили и все. Нету там. И народ побежал оттуда. Куда он побежал? В Европу. Ничего, говорит, зато работать было там в Европе, есть рабочая сила дешевая. Мы еще заплатим, он, Меркель заплатит 4 миллиарда, а то грозится, может, даже и 6. Эрдогану, чтобы они там это готовили и постепенно, так сказать, как-то сглаживали этот поток. Откуда этот поток? Кто побежит просто так из дома, с насиженного места? Так если вам вас дома подожгли, если его уничтожают, людей убивают, если там нет правительства никакого, вернее, два, и они между собой все время сражаются. Причем, обратите внимание, в обоих случаях удар пришелся по светскому государству. Иракское государство было какое? Светское? Светская. Теперь там национальные войны. Теперь с одной стороны там ИГИЛ подожгло. В Ираке идет война и с ИГИЛом, и ИГИЛ с Ираком. Теперь Ливия тоже светское было государство, вовсе не религиозное. Опять теперь там ситуация, так сказать, все эти религиозно-племенные войны там происходят. Да меньше всего всяких, так сказать, войн и проблем национальных, когда
выступает, когда имеется атеистическое правительство, поскольку как в соответствии с буржуазной революцией, с требованиями буржуазии передовой, отделите школу от церкви, а церковь от государства. Вот лозунг великой французской буржуазной революции. Это же прогрессивный лозунг, надо его всем взять на вооружение. Не стоять вот в церкви со свечкой, потому что ты тогда подсвечник. И потом бегай по всем церквям, если ты вот становишься государственным деятелем. Так, а вы в синагогу заходили? Нет. Завтра в синагогу надо идти, потом надо идти в мечеть. Что у нас там есть еще? Буддийские храмы? Туда надо. А еще есть пятидесятники Трясуны. Туда не хотите сходить? Но это не дело государства буржуазного. На этой почве что, так сказать, возникли? Возникли вот эти явления. Это, кроме всего прочего, это неуважение, опять, это презрение к народу страны, к нации, к иракской нации, раз, к нации ливийской, два. Теперь говорят, кто у нас там возглавляет Сирию? Кто? Пусть уйдет, говорят американцы, да? Пусть уйдет. Они кто такие вообще? Вы когда-нибудь... А почему вот, вот никто, вот наши граждане, мы не всегда вот любят очень, и руководители не всегда одобряют деятельность американского правительства, но никогда не говорят, пусть уйдет американский президент. Вы слышали такое с нашей стороны? У нас нет такого шовинизма. Крайней формы национализма, которая означает национальную ненависть, дескать, вот, он должен уйти. Ну, почему он должен уйти? Его избрал, дескать, не вы его избирали. И он, между прочим, последний форпост светского государства в этом регионе. Если там уйдет президент еще и Сирии, то там, так сказать, размах вообще зверств, который там наблюдается уже сейчас, будет на порядок выше. И можно только порадоваться позиции России, которая вот, так сказать, в этой ситуации заняла поддержку, во-первых, законного государства, и во-вторых, по существу антифашистского. Она является препятствием к развитию фашизма на экспорт и на Украине, и в Сирии. Кто еще, какое-нибудь государство мы можем назвать, которое остановило этот процесс? Больше нету. И как мы должны относиться к ополченцам в Донбассе и в Луганске, как людям, которые воюют с американским фашизмом, как к антифашистам, как к антифашистскому сопротивлению. И этого ощущения и понимания нет даже в Крыму. Вот там товарищи уже получили блага, как во всей России. Вот они уже смотрят, как, чтобы им все поступало вовремя. Спрашивается, вот здесь у нас был конфликтологический конгресс, и здесь была женщина-профессор из университета в Крыму. Я ее спрашиваю, а там товарищи-то в Крыму понимают, за кого воюют ополченцы Донбасса и Луганска? Но они понимают, что если они вот там проиграют, то боевые действия переместятся в Крым. Ну, если министр обороны прямо заявляет, что мы вот будем праздновать победу, где? В Севастополе. Министр обороны, не какой-нибудь там, не какой десятый человек, а тот, который поставлен руководству. А вы много читаете, как крымчане поддерживают луганских и донецких своих братьев и товарищей? Что-то я вот не особенно вижу. Вот Россия поддерживает в целом. Российское государство. А вот так сказать, что там уж по месту рядом. Ну, когда те забредут туда, тогда их, по крайней мере, поддерживают. Многие просто убегают в Крым из Украины. Поэтому мы видим, что вот этот вопрос вроде национальный, он в связи с фашизмом приобретает чрезвычайную остроту. Причем, посмотрите, что получилось в результате американского вмешательства в европейские дела. Они сидят за морем и смотрят, как тут в долине дерутся два тигра. Тут у нас, значит, уже на территории Европы. И там военные действия, и там военные действия, и там военные действия. Причем в чем действие Соединенных Штатов Америки?
оказались, когда появилась ИГИЛ, а мы создали на территории Ирака лагеря по подготовке борцов против ИГИЛ. Обучают полгода, обучают, дают оружие, и те прямо в боевом порядке переходят на сторону ИГИЛ. Тогда они еще новых набирают, обучают. И это же факт, кого они готовят. Они готовят боевые отряды этого ИГИЛ. Или вы думаете, Соединенные Штаты Америки, у них что, спутниковая система хуже, чем у России? Ну, неплохая у них система. Может, чем-то и хуже, но не намного. И что, они не знают, откуда идут караваны с нефтью, которые ИГИЛ через Турцию, так сказать, продает и делится, естественно, с Турцией? Что они этого не знали? Ну, это вот Россия обнародовала, потому что у нас тоже есть система, с помощью которой мы можем, нам говорят, мы там фокус выкинули, турецкие наши партнеры, которые говорят, мы вот, есть операция «Открытое небо», то есть мы есть договоренность о том, что по очереди летают на самолетах специальных над территориями европейских государств и в присутствии национальных сил на этом самолете и могут, так сказать, смотреть, как соблюдаются всякие нормы международного права, чтобы не накапливались угрожающие массы каких-то там войск. И вот граждане из Турции сказали, что мы не допустим вот российских специалистов, которые должны были согласно этому плану и программе полететь. Наши сказали, ну жалко, конечно. И тут же представили фотографии, конечно, с гораздо большим разрешением, чем с этого самолета, который сделан со спутником. Конечно, мы не полетим на вашем самолете, но картину мы все равно покажем. Вот наблюдаем мы такое явление, что вот этому крайнему шовинизму, который именно при фашизме имел место, имеет место, вот сегодня ему противостоит современная Россия. При том, что она буржуазная страна. И это есть тоже факт исторический. Вот история, она очень противоречива. Теперь это мы говорили о фашизме современном. А если говорить вообще о фашизме, то вот такого соединения фашизма и расизма, какой был при гитлеровском режиме, просто нет ни в одной, не было ни в одной стране, где устанавливался фашистский режим. Давайте переберем те страны, где устанавливался, и посмотрим, что получается. Значит, родился фашизм где? В Италии. Там это связано с теорией расовой? Нет. Что, итальянцы заявляют, мы белая раса, а вы там все остальные никакие. Нет? Нет. После Германии разгромили. Там просто расизм был, не просто национализм, расизм. И объявлялось, что это высшая раса, голубые, голубая кровь, и остальные народы уничтожались. Хорошо. После разгрома гитлеровского фашизма у нас фашизм был в Испании. Что, испанцы говорили, что они высшая раса? Нет. В Португалии был фашизм? Что, португальцы говорили, что они высшая раса? Нет. Хорошо, после Португалии режим черных полковников в Греции. Греки говорили, мы высшая раса. Ну, они, наверное, высшие, они все-таки давно греки, древние. Но что-то никто там этого не говорил. Даже эти вот черные полковники с этим не выступали. А потом воцарился фашистский режим в Чили. Ну, что, Пиночет там утверждал, что высшая раса – это чилийцы. Ну, чилийцы, чилийское вино, да, это хорошее вино, да. А вот чилийцы, не слышно такого. А когда у нас из танков при Ельцине били по парламенту, когда бьют из танков по парламенту, который избран законным голосованием, демократическим путем, по Верховному Совету, причем какой это был орган? Буржуазный? Буржуазный. Принял все приватизационные законы, и его все равно по нему из танков бьют. И у нас Конституционный суд тогда действовал. Конституционный суд объявил это антиконституционным эти указы. И возглавлял этот Конституционный суд тот же Зорькин, который сейчас председатель. И что? Да наплевал на него Ельцин и сделал указ о том, чтобы разгромили и ударили из танков по законодательному собранию. Вы такое в истории знаете? Ну, вроде как фашисты говорили, что поджог Рейхстага был, но не они, на себя они не брали. Ну, они так втихую. А тут кто поджигал Белый дом? Ельцин с командой.
Ну, кто дал распоряжение? Указ был о том, чтобы разогнать. То есть у нас какое-то время тоже был фашизм в России. Недолго. Пару месяцев при Ельцине. А потом ему разъяснили, что самая лучшая форма удержания господства – класса. И это демократия. Вот сейчас вы проголосуете. Тем более сейчас вот они начали. Они устроили голосование на референдуме за Конституцию. Только если вы так правильно поставите вопрос, чтобы было непонятно, все проголосуют, и можно будет сказать, что Конституцию приняли. А ее приняли. А никто и не голосовал ни за один проект. Вот вы, там есть у вас с интернетом, посмотрите, референдум, какой там был вопрос. Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Попробуйте, вот после мы стреляли из танков по парламенту. Вы признаете Конституцию Российской Федерации? Попробуйте нет сказать. Вот и вам тоже ударим. А какой должен быть был вопрос? Ну, какие из этих проектов, какой вы предпочитаете, правильно? Проголосуйте за него. И что тогда? А получится, голоса разобьются. Их было 5 проектов. Проект был комиссия Румянцева, председатель Ельцин. Еще один проект, вот этот, который считается Конституцией, 2. Третий был проект Собчака. Четвертый проект Жириновского. Пятый был проект Слободкина, где выборы по трудовым коллективам предполагались. 5. Ну, из 5, допустим, 2 получили наибольшее число голосов. Значит, между ними надо голосование провести. Провели. Остался один. Является Конституцией? Нет. Надо, чтобы больше половины граждан, имеющих право голоса в Российской Федерации, за него проголосовало. Не больше половины пришедших, а то у нас приходит 13, 7% за принято. Это большинство из меньшинства. Нет, конституционное большинство для принятия Конституции требуется, чтобы было больше половины имеющих право голоса в Российской... Ничего этого не было. Ни один проект вообще не ставился на голосование. Говорит, вот мы отмечаем 15 лет Конституции. Чего вы отмечаете 15 лет? Чего? Когда Конституцию назвали бумагу, о которой никто за нее не голосовал. А теперь, говорит, строго соблюдайте Конституцию эту. И это, с точки зрения исторической, тут я хочу рассказать, это нормально. Потому что все Конституции сначала устанавливаются, а потом... Устанавливаются другие законы. Устанавливаются никогда не голосование. А советская конституция что, голосованием, что ли? Сначала было вооруженное восстание, потом советская власть, потом советская конституция. А тут сначала контрреволюция, потом из танков били по парламенту, потом говорят, вот вам бумага. Соблюдайте, иначе танки у нас еще есть. И соблюдайте. А вот после этого уже все это опять демократические покровы все одеты, и поэтому у нас фашизм был недолго. Не больше 2 месяцев. И Ельцину объяснили, да не важно, так сказать, против Ельцина будут люди выступать или за. Главное, чтобы вокруг вас все время. Ельцин, Ельцин. Не вокруг народа, а вокруг вас все это шло. Тогда вас узнают весь народ и будет голосовать. И он все время побеждал. То есть мы вот эту теорию национальных отношений, вот если мы еще возьмем современные проявления, мы еще можем сказать, что это очень точное и хорошее название и понятие нации, которое я вот вам приводил, лучше я не знаю. Кто знает, пусть скажет. И я не случайно приводил выдержки из произведений Ленина и Сталина по одной простой причине, что мы должны брать не в таких вопросах, как национальный вопрос, не произведения тех людей, которые ничего не сделали в национальном вопросе для его решения, ничего не сделали на практике, и нигде не успокоили национальный вопрос, нигде не успокоили эту вражду, и нигде не наладили мирную жизнь разных народов на одной территории в одном государстве. А вот эти два человека, пока они существовали и были государственными деятелями, они этого сделали. Больше вы никого не назовете. Поэтому, конечно, вот дискуссии тут возможны. Я видел, читал всякие книжки по национальному вопросу. Они все слабенькие и неглубокие. Потому что сама задача такая крупная, что только крупные люди могли эту задачу решить. Очень крупные, гениальные. Что касается вот этой книжечки, по которой я вам зачитывал выдержки, значит, это мое выступление на бельгийском семинаре в 96-м году, 20 лет назад. Вот, надо сказать, вот передо мной была поставлена задача сделать доклад по национальному вопросу. Поэтому я подготовил доклад. Если я сегодня вам зачитывал, то из своего доклада. Так сказать, я вообще обычно вам ничего не зачитываю, а так рассказываю свободно. Но здесь
Речь идет о том, о тех людях, которые эту теорию разработали. Я вот не специалист по национальному вопросу, в том смысле, что у меня вот кроме этой работы других работ нету. И эта работа состоит, реферативный характер носит. То есть что в этом вопросе сделано теми людьми, которые всемирно-историческую такую задачу решали, и решали ее успешно. И наоборот, их противники развязали грызню национальную и вражду национальную. И у нас на разных углах, так сказать, национальные всякие вспыхивают или войны, или другие, так сказать, какие-то проблемы национальные, которые не решаются. И у нас нету такого министра по делам национальностям, каким был товарищ Сталин. Вы можете что угодно у него говорить плохого. Что же получилось, что вот при товарище Сталине, ну, не было таких проблем. Зато было другое, при Ленине. При Ленине вот было такое дело, что товарищ Орджоникидзе, одного грузинского уклониста-националиста, за то, что он не хотел объединяться в закавказскую ситуацию, ударил по лицу. И его там чуть не хотели из партии исключить, этого бедного Орджоникидзе. И Ленин говорил, что это безобразие, что это великорусский шовинизм со стороны Орджоникидзе. Ну, это странно, конечно, Орджоникидзе, как может быть великорусским шовинистом, но, во всяком случае, у Ленина было очень строго. Но ты же ведь представлял, давай, гражданин Орджоникидзе, ведь нашу советскую власть во всей России, как ты мог вообще так ответить? То есть, очень строго ставился вопрос о том, чтобы никакого насилия в области национальных отношений. А тут, ну, устроили и там государственный язык, сям государственный язык. Что такое государство? Это сила опять, насилие. Мы вас научим жить мирно, дружно. Разные национальности. И чем вы собираетесь? Тем, что вы построите нам заводы и школы? Что будете их обучать? Или у вас поедете сейчас, поезжайте по стране, вы видите пустые глазницы бывших заводов, школы, училищ, ПТУ и так далее. И молодежь вместо того, чтобы учиться, она приходит, а ей предлагают из-за границы пришедшие эмиссары учебу, обучение исламу и военному делу. А потом, когда обучат и тому, и другому, скажут, вот ты убьешь вот неверного и полетишь на небо, в рай, а тот полетит в ад. Остается только надеть пояс шахида. Люди обучают же, работают. Поэтому эта вот тема, хотя она у нас и тема историческая по философии, но она очень актуальна на сегодняшний день. Очень актуальна на сегодняшний день. Теперь о наших следующих делах. Значит, следующая лекция у нас будет. На этом мы вопрос, так сказать, о нациях оканчиваем. И получается так, что мы с вами рассмотрели вопрос о формациях. Формация – это такой методологический инструмент, который позволяет усмотреть под покровом всех различных проявление общественной жизни, то основополагающее, которое позволяет разделять страны на типы и государства, на типы определенные. Что вот все страны, такие-то страны принадлежат такой формации, такие-то другой. Разнообразия большого мы сегодня не наблюдаем. Так что у нас сегодня? У нас сотни государств принадлежат к буржуазной общественно-экономической формации, да? И единицы принадлежат коммунистической общественно-экономической формации. Причем находится одно государство на первой фазе, это КНДР, а все остальные находятся в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Но переходный период, если мы диалектически его правильно понимаем, это становление. А в становлении имеется два момента – возникновение и прихождение. Не только движение от капитализма к коммунизму, но и движение на рождающийся коммунизм назад – капитализм. Поэтому на вопрос о том, а когда будет ли в Китае коммунизм и когда, никто вам не ответит. В том числе никто и в Китае не ответит. Потому что это вопрос, ну, и борьбы. А борьба, сказать, зависит от того, как сложится соотношение сил и, сказать, во что это выльется. В том числе, значит, поскольку у товарищей из Китая учатся у нас, они у нас не только хорошие взяли, но и нехорошие. Например, вся эта теория движения на рынок и того, что товарное хозяйство нас спасет, она привела к тому, что в Китае вот этими вещами почуют во многом население, и это рождает и усиливает еще и негативную тенденцию. В то же время там имеется планирование,
планирования. И принимаются пятилетние планы, и такого безобразия, как у нас, что у нас нет вообще никакого плана развития страны ни на сколько, и что у нас даже финансовые планы бывают трехлетние, а экономические никакого плана не имеют, ни годового даже не имеют. Это означает, что мы все время скованы тем, как поступит Министерство финансов и Центробанк. Казалось бы, финансы должны обслуживать движение экономики, производство продукции. А у нас получается, что оно только сковывает и не дает вообще выйти за эти рамки. А как может Министерство финансов планировать, если оно-то планирует на 3 года, если оно не предполагает развитие экономики? Раз оно не предполагает, оно и делает такую рубашку, которая сделана не на вырост, а вот на то, чтобы так и оставалось в прежнем масштабе. И так и остается в прежнем масштабе. То есть, если мы сейчас возьмем государства, которые имеются, они принадлежат к двум формациям. Есть сейчас феодальные государства? Нету. Есть рабовладельческие? Нету. Значит, вот есть у нас разные страны, которые принадлежат, но при этом это самые разнообразные страны, которые отличаются и культурой, и национальными моментами, правильно, и традициями, и привычками. Ну и вообще зигзагами своей истории, то есть всеми проявлениями общественной жизни они отличаются. Поэтому сказать, что вот страна относится к такой-то формации, это правильно и хорошо, но это очень мало, это недостаточно. Это недостаточно. Поэтому для того, чтобы об этом говорить, нужно использовать еще одну категорию. Для этого существует еще одна категория цивилизации. И вот я думаю, что мы в следующий раз, вот через неделю, вот такой вопрос о цивилизациях рассмотрим. И рассмотрим и такие веяния в философской науке, как и исторической науке, как формационные и цивилизационные подходы. А потом, я думаю, мы обратимся к тому, что у нас впереди уже появляется горизонт. А горизонт у нас состоит в том, что вот лекции будут заканчиваться, и мы приближаемся к тому, чтобы лекции закончить. У вас, насколько я понимаю, до 11 числа мая лекции. Итак, вот этот горизонт уже виден. Поэтому дальше мы изменим характер наших обучений. Вот я лекцию о цивилизации прочитаю, потом я прочитаю лекции о сущности истории. Я думаю, это будет интересно. Потому что сущность – понятие философское, а в то же время вы историки. А сущность – это то, что на поверхности не видно, или не всегда видно, или не всем видно, правильно? То есть одно дело – бытие, а другое – сущность. Как вот есть человек, а есть душа у него. Человек хороший вроде с виду, а гнилая душа. Может быть такое? Может быть. А бывает наоборот, с виду такой суровый, злой, а душевный. Так что мы должны еще одну категорию философскую применить к историческим явлениям. И, наверное, я несколько примеров приведу, что означает понятийный подход к истории, имея в виду, что учение о понятии или понятие – это второе бытие. Вот есть бытие, сущность его отрицания и отрицание этого отрицания – это понятие. Это снова бытие, но как отрицание сущности. Через него просвечивает сущность. Как давать такие понятия и определения, чтобы они были бы такими понятиями, через которые сущность просвечивает. Сущность этого того, что вы определяете. Правильно? Вот мы говорили о том, как правильно определить. Как выставить такое бытие, через которое бы сущность просвечивала, а не то скрывалась бы. А наука состоит в познании сущности, правильно? Вот это мы сделаем, и потом, я думаю, оставшееся нам время посвятить тому, чтобы взять те вопросы, которые у нас есть, экзаменационные, да, и начать по ним идти и проверять, что тут усвоено, а что тут не усвоено, пока у нас есть еще возможность провести такие лекции-консультации. То есть, так сказать, проверять, насколько и какие вопросы нуждаются в корректировке, и это нужно в порядке обратной связи, чтобы вы на поставленные мной вопросы здесь безответственно отвечали. Почему безответственно? Потому что это еще не экзамен. Потому что на экзамене как ответите, то и получите, правильно? А на занятиях, ну как ответите, так и ответите. Получите правильный ответ только и всего.
Поэтому я думаю, что мы вот такую форму используем и немножко потренируемся перед экзаменом в оставшееся время, 11 числа. Мы, так сказать, на официальной консультации все это закончим. И дальше до экзамена, который будет у нас, как известно, в июне. Да? Ну, вот такие планы. Вопрос есть ко мне? Нет, тогда на сегодня закончим.